Сейчас забьет чертов твоего брата в ворота вместе с мечом. У него вместо правой пушка. Сейчас думаю. Что, да? Таки, да? Да. Точно? Да, 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 да. Коля! Ну, наконец. Коля, все смотрят. О, спасибо, девчонки, спасибо. Благодарю вас. Ранее чемпион! Да он баб чужих отбивает, чемпион! Ты не вовремя, а? Ранив, сука. Хладнокровный, Георгий, дыши носом на хорошем. Отдай жену. Бог подаст. Она же все решила, так что в этом матче я выиграл. Улыбайся нас, фотографируй, да? Все никак не разберешься. Уже разобралась. Добрый день. Анна Сергеевна, мы с вами так и не пообщались после педсовета последнего. Как нам в новом году преподавать языки? Может, сейчас... погуляем, пообщаемся. Нет, извините меня, пожалуйста, Павел Иванович. Давайте поговорим в школе, у меня еще дела. Граждане футболисты, у вас все в порядке? Да, конечно, все нормально. Слушай, все в порядке. Напиши, а? Напиши там на долгую память. Я родной милиции, что хочешь напишу. Хоть роман в стихах. Вы проигравшего тоже автограф возьмите, а то им обидно. Красная армия, это вам не паровозник, это союзный уровень. Москва. Вот и товарищ Раневич, капитан. Отставить личную жизнь. Ну, по крайней мере, до завтра. Само собой, Павлович. Какие вы красивые. Давай ей подарим. Давай. Это вам. Счастья вам. Коля, подожди, куда мы спешим? Привычка, Анют. Всегда в торопях, урывками. Нам постоянно куда-то надо торопиться. Теперь торопиться не надо. Я все решила. Подожди. Меня приняли и
них фото быть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза. Меня любили. Куда же скрылись вы теперь, кто близко к вам другой? Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза. Кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Очи черные, очи страшные, очи милые и прекрасные. Как люблю я вас! Neue Liebe, neues Leben. Herz, mein Herz. Was soll das geben? Was bedrängt dich so sehr? Спасибо. Не только сердце смущает, а что такое? Не сердце, а Herz. 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 Это сердце. Да ты что? Угу. А тебе как бы? Dich. Это слушай. Meine Herz теперь принадлежит dich. Wilhelm Fremdes neues Leben. А эти картинки, ты вот это в школе преподаешь, что ли? А я все-таки повезло. Ты ничего не понимаешь, это Гёте. Гёте? Эта штука посильнее Гёте будет. Коля! Дорогие, мы с тобой, ну то, что мы в доме пошли, особенно от счастья. Зачем нам туда ходить? Здесь мы вдвоем, а там чужие люди. А что нам теперь стесняться? Теперь мне жена. Повтори. Жена ты мне. Жена. Нас накажут за грех. Какой грех? Надя, Вася, любовь грех. Что ты такое говоришь? Гром реально, ты уже что-то придумал себе. Ты прекрасно знаешь, что никакой это не гром. Да, перестань. Давай, Вася, по-быстрому. Надо выяснить, что случилось. Миша, радио работает. Оно просто пока молчит. Когда надо будет, нам все скажут. Подожди. Пока. Не волнуйся, я скоро.
задницу эту бронь, катать твою квадратку. Мы им что, ученые? Или кто там еще? Все хотят. Я бы сам первый, честно, призывной пошел. Капустин, перестань. Здорово. 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 У нас дисциплина, потому что мы не просто футболисты, а динамовцы. Здорово. Что-то я не понял эту глубокую мысль, Павлович. Динамовцы не футболисты, что ли? Динамовцы, Раневич, это милиционеры. Сотрудники Народного комиссариата внутренних дел. Кто эвакуацию обеспечит, а? Да какая к чертям эвакуация? Вы что думаете, немцы до Киева дойдут? Тут пока сидим и так в кашу уже размололи. Сейчас все вместе соберемся, пойдем и раскатаем. В опере призывной открыли. Айда на призывной. И чего мы здесь сидим? Призывников сегодня точно не будет. А как это не будет призывников? Да мне к 18 часам в редакцию материал сдавать с этими, с фотографиями. Приказ есть, значит, будем сидеть. А тебе чего, парень? Ты что, разве не на репетицию? Нет, я на войну. Ну вот, Петр Моисеевич, вот вам доброволец, призывник. Раздевайтесь. Так, кто здесь главный? Я. Пиши всех оптом. Все динамовцы. Так нельзя. Сначала все к доктору. Ни. Нет. До к доктору потом. А сначала ко мне. Айда, мужики. Ну, Мишка, помогут раздеваться. Давай с нами. Давай. Так. Давай. Тесни. Ага. Шаня. Так. Ну, ты понял? Я говорю, я здоров. Не, ключица, ключица. Посмотри, блоха чихнула. Ключица. Сочинили. Он молитвы меня записал. Жидовская морда. У меня тоже морда не монгольская. Так я это... Я ж в классовом смысле. Чего? Письмо от Гитлера. Отправляясь в плен, при себе имея смену чистого белья, мыло, котелок и ложку. Черт, а у меня котелка нет. Ну что, тебе понравилось? Ага. Интересно? Ага. А гражданочка тут до чего? Прописана вона тут, чи як? Прописано, перепрописано. Женимся мы. Я пойду на войну схожу, понимаешь? Ага. А теперь слухай сюда и запомни. Это очень важно, чтоб ты знал. Там выдают боевое оружие с патронами. Следишь за моей мыслью? Да-да-да-да-да. Анна, женщина в комнате, моя жена. Она здесь живет, понял? Ага. Я вернусь. И если хоть слово услышу, что ты... Не. Про оружие запомнил? Да. Молодец. Ты не грусти, ты дыши и думай хорошим. Понял? Все, свободен. Жук. Да. Даже одного денечка у нас с тобой не получилось. Ой, ну ты ж прекрасно понимаешь. Иногда нужно только ворота защищать. Ты цветочки иногда поливай, не забывай их. Я готовься к свадьбе. Сейчас мы по-быстрому победим. Ты пока шевцом разведись. Я приду, первого августа идем в ЗАГС. Слы. Аня. Тебе когда уходить? Завтра.
порядка. Да шо, все, мы боимся-то. Туда побежим. Умирать. Чё, помирать неохота? Бегать. А ты же вроде футболист. Он вратарь. А, привык на воротах стоять. Вратарь на воротах не стоит, а играет, товарищ старшина. Страшная у тебя профессия на фронте. Вот, скажем, ты лоб или металл бы чему, ядро какое-нибудь. Это врата. Чё ты тут поймаешь, кроме пулей? Бомбу, если повезет. Ну, всё! Профессия на войне полезна. Ты же траекторию мины вычислил. Всех нас спас. Всех спас. Забыли. Где забыли? Где были, там и забыли. Смотри, как же мы его тут... Опахали, милу! Потише! Как, брат? Без вести. Генерал, все готово. Что он говорит? Он думает, что говорит по-немецки. Es lebe die große Armee von Deutschland. Ну, он старается. Это русская традиция. Вы должны отломить кусок хлеба, посолить и съесть. Уверен? Да-да, абсолютно. Спасибо. И что мне с этим делать? Будет порядок.
зі свого боку, як бургомістр. Легітимно обраний на засіданні міського проводу ОУН, запевняю вас. Ми не розуміємо вас, говорите по-русски. Говорите по-русски. Я хочу вас заверить в том, что... Заверяю вас в полной и искренней лояльности украинского народа. Верю, что совместными усилиями мы сможем построить на нашей страдавшей земле свободную Украину. Что? Что это? Позволил себе набросать основные принципы и шаги по принципам цивилизации, которые немецкий солдат несет на нашу землю. Für unsere Armee? Hm? Danke. Bitte sehr. Прошу вас. Danke. Спасибо. Русские называют это место Бабий Яр, то есть женский овраг. Теперь он будет не только женский. Овраг не надо углублять. Здесь хорошо лягут 50-60 слоев при рациональной укладке. Общая вместимость 50-60 тысяч единиц. Это в первой очереди. Хорошо. Здесь, здесь и здесь узкие проходы и лестницы, чтобы автоматчикам было удобно работать и не было хаоса. Подлежащие уничтожению сами ложатся на свое место в ряду. Стрельба не должна быть слышна. Глубина оврага хорошо глушит звук. Плюс дополнительный звуковой камуфляж. Все надо хорошо проверить. Я лично отвечаю за эту операцию. Мы все предусмотрели. Там, за церковью, психиатрическая лечебница, более 700 русских сумасшедших. На них и отрепетируем. Местная полиция для этой тонкой работы. Согласен, я уже вызвал наших профессионалов. Эй, хватит уже! А? Да. Все уже давно доделал! Давай, давай! Две минуты! Ольга Владимировна, скажите мне буквально две минуты! Пожалуйста, ну позвольте ему, ну пусть он доделает одну минуту! Ну, прошу вас, две минуты, ну пожалуйста, не нервируйте его! Витя, два минуты! Витя, два минуты! Ну, хватит уже, давай, идем! Да, давай! Да, идем! Давай! Еще минута! Минута!
господин офицер, если они вам больше не нужны, у нас сейчас по расписанию. Фролин, уходите. Прошу вас. Хорошо, что ночи теплые. Бабье лето все-таки. Что в ноябре делать будем? Да не бойся, Андрюх, может, до ноября не доживем. Утешил. Комиссары, встать. Выйти вперед. Эй, вы, где мамался? Думали отсидеться?
Эй, да! Сюда иди, сука ментовская! Андрюха, беги! Русская сволочь. Грязная свинья. Встать! Быстрее! Коль, ты чего? Сядь. Да высовываешься. Слышь, Андрюх, давай попинаем по будке мне. Чем? Ща пузырь с уханем. Капитан, зачем это? А затем, что ты только это и умеешь делать. И я, как выяснилось, тоже. Иначе мы тут с тобой не оказались. Так что давай будем заниматься своим делом. Ворота нужны. Ща. Организуем. После тяжелой травмы и восстановительного периода голкипер Раней снова в игре. Поприветствуй, товарищ. Присоединяемся. Андрюха, ну-ка посунься. Тут ворота будут. Тут первая штана. Раз, два, четыре. Вот отсюда. В атаке. Случай нападающий киевского «Динамо». Андрей Ковту. Поактивнее, товарищи. Поактивнее. Ну что, Андрюха, давай. Назад. Хорошо. Молодец. Дальше. Но, Бринкман, не поторопились ли вы с оценкой славянских варваров? Все это признаки большого государства и большой индустрии. Заминировать перед отступлением решительно все, оставить без воды и электричества своих же соплеменников, взорвать мосты — это не варварство? Да, я брал с полдюжины столиц, но такого не было нигде. Эти русские меня удивили. Через 2 недели мы будем в Москве, и русские станут нашими домашними животными.
Помогите своим товарищам. Горита взрывается уже весь Крещатик и прилегающие улицы. Это неслыханно, гер-генерал. Я уже направил в Берлин донесение. Виновность евреев в этих взрывах очевидна всем. Решение еврейского вопроса не может более ждать. Мы не можем возиться с еврейским гетто, как в Варшаве и Кракове. Действуйте. В этих взорванных домах могли бы жить десятки тысяч тружеников Рейха. Действуйте. Неплохо мы там все заминировали. Ни хрена вам не достанется! Наши идут, наши. Не, Андрюха, наши в другой стороне. На западе взрывается. Да в жопу засунь свой компас. Там наши. Там Аня. Евреи, слушайте внимательно. Вы меня понимаете? Да. Украинцы вам пожаров и взрывов не простят. Все верят, что это ваших рук дело. Завтра начнутся погромы. Мы вывезем евреев из Киева, включая и вас, на работы в Германию. Понятно? Естественно, после санобработки. Евреи-то после 20 лет коммунизма раввинов еще слушают? Да. Не слышу. Да, да. Хорошо. В таком случае эвакуация начнется через 2 дня. Василия Нечапаренко расстреляли только за то, что он с немцем, с мертвым, снимал сапоги. Вот что такое. Говорят, в лагере в Дарнице наша «Динамо» с немцами в футбол играет. Врешь. Я вру. Петух твой врет. А на воротах Самраневич стоит. Что вы сказали? Вы точно это знаете? Ну, я... Моего Петра вчера выпустили, он Раневича сам видел. Как выпустили? Почему? Ну, я почему? Ну, как почему? Он в депо работал. Так я сама с Петькиными документами к бургомистру ходила. Пришла и говорю. На кой ляд нам сейчас футбол? Дух? Что? В здоровом теле, да и вообще. Ты в своем уме? Город третий день горит. Вот именно. У нас оптимизм и мирная жизнь. И красивая игра. А команда, как будто называется? Локомотив? Рух. Я имею в виду... Я маю в виду наш рух. Рух украинских патриотов. Я тоже. Настоящий патриот. Справжний, а не настоящий. Так точно. Справжний. Идет. Ну, если справжний. Ты такой настоящий, подивимось. То посмотрим. Подготовь план работы. Будешь у меня заместителем по вопросам спорта.
нас пани Ганна. К вам пани Анна. Говорит, что учительница из вашей школы. В лагере, в дальнице, живой. Кто? Коля, жених мой. Николай Раневич. Футболист. Капитан «Динамо». Что вы сегодня с ума посходили все с этим футболом? Прошу. Если вы касательно проведения чемпионата... Какого чемпионата? Помогите мне вытащить его оттуда. Павел Иванович. Вы ведь можете его спасти. Мы сможем вместе с вами. Как? Очень просто. Подпишем брачный контракт, как водится, в цивилизованных странах. Ваш Коля останется живым только в том случае, если вы останетесь со мной. Я не понимаю. Да все вы понимаете. И прекрасно понимали все эти годы. Когда я подойти к вам боялся, только издали любовался вами. Но все изменилось. Теперь либо ваша гордость, либо жизнь этого человека. Так что вам выбирать. Вы это серьезно? Да, это все серьезно и надолго. Не советую вам затягивать долго. Дарницкий лагерь не оставляет время на раздумья. Что вы имеете в виду? Что это за место? Если желаете, можете сами убедиться. Отвезите меня к Павлу Ивановичу. Я не знаю, Мишенькино свидетельство о рождении, брать ли, нет ли. Оставь его. Мишка вернется, ему понадобится. Может, так оно и лучше. И раввины так же говорят. Увезут куда. Может, работу дадут. Карточки рабочие.
Шевцова вызывали, он пришел. Зови. Ага. Проходьте. Доброго ранку. Доброе утро, пан бургомистр. Значит так, сейчас берешь мою машину, едешь в управу, оформляешь на Раневича и кто там есть еще из футболистов документы на освобождение, устройство на работу, за своей подписью. Ты же у нас теперь начальник. А потом? Потом кулею. Потом пулей в лагерь. Заберешь их. И будет тебе футбол. Вот видите, Анна Сергеевна, свою часть по контракту я выполняю. Но учтите, что любой ваш контакт с этим Раневичем, офицером НКВД, может стоить мне карьеры и даже жизни. Поэтому, пожалуйста, держитесь от него подальше. Верните его туда, в лагерь, если что-то не так. И это... В лучшем случае, я буду просто обязан. Павел Иванович, чайку? Граждане, не поспешайте, все успеют. Все успеют, не поспешайте. Соблюдайте порядок. Дом взорвали. Уж крышу какую над головой дать должны. Так уже не взрывают. А Крещатик горит. Вот. И весь центр горит. Хорошо. Да. Чем это все кончится? Боюсь, что не совсем хорошо. Софочка, иди отсюда. Запомни хорошенько. Квартиру не возвращайся. Прячься в сараях, во дворе. Понятно? Отпусти ее. Отпусти Рай, ты все равно не защитишь. Софочка, беги с детками. Делай, что папа верил. Слышишь? Делай, что папа верил. Маленькая моя, ты поняла? Доченька, скажи, что будет. Значит, мы никуда не поедем, а когда вы придете? Только билеты купим. Выйди отсюда! До дома убегите, быстро! Не оборачивайся.
поворачивайся. Глянь, еще жидовочка. Откуда они только берутся? Маринка, где ты бегаешь, непослушная детка? Бабушка нас давно уже ждет. Это ваш ребенок? Да. Держите девочку при себе, везде облавы. Спасибо. Теперь замбургомистр Киева по спорту. Вот вам направление на работу, на хлебозавод грузчиками. Там карточки на хлеб и аусвайсы. Быстро в машину. Стоять. Подпись. Поехали. Ждать долго придется. Мне идти нужно. Держи. Пускай сидит. Я еще замок на дверь навешу. Не дай бог что. Свирские хорошие были люди. Спасибо вам. Ты лучше думай, чем кормить дитё будешь. Что же за городом сделали, сволочи? Это жиды сделали. И комиссар. А новая власть людей спасала. Так что повезло городу. Да и вам повезло. Что я в городе футбол возглавил. Кто бы еще о вас вспомнил. Значит так. Пойдете ко мне в команду. Рух называется. С кем играть будем? Чемпионат будет. Настоящий. А как же война? Война закончится через месяц. 30-го. В октябре будет в Москве немецкий парад. Анна жива? Жива, жива. Под бургомистром жива. Врёшь! Коля! Жди. Ты что, братарь, расстроился, да? Давно не пропускал. Ты дыши.
минуту, мой хороший. Чего мне врать? Она теперь его официально жена. Недолго ты у нас был за главного. Об этом матче у нас с тобой ничья. Где? В Жене где? Не надо! Не надо! Не трогай! Гады вы! Работать буду на хлебзаводе. Карточки дали. Играть будем. Хорошо. Ешь, ешь. Да не торопись ты. Чемпионат Украины будет. Сборную сделаем. Еще поживем. И поиграем. А поживем. Сестра, ты у меня такая красивая. Только куда ты вырядилась? Тебе же в больницу идти. Так нет больше больницы. Отпустили всех. Это что же получается? Психи среди нас гулять будут? Они среди нас. Мы среди них. Вместе теперь все будем. Ешь давай. Спасибо. Вот что мне все-таки при советах нравилось, так это то, что на 1 мая выходной был. Ох! Спишь себе, храпишь. А под окнами дураки ходят, поют, кричат. Ура, товарищи! Ну, я тоже, конечно, ура.
Ну а потом на другой бок перевернулся и дальше себе свыщешь носом. О! Шо, немцев разлюбил? В 1 мая работать заставляю. Да не, не разлюбил пока. 1 мая без жидов. За такой праздник можно и поработать. Угу. Свирским звонят. Вам, гражданочка, кого? Как уж ты сыкло, дочери. Да что такое? Мишка. Живой. Не, погодь, погодь. Пойдем с пирогом не зайдем. А ты дыши, не дыши носом и думай хорошим, и рот не открывай. Проходи, Мишка. Давай, давай, давай. Заходи, заходи. Фу, накаркал. Эй, ты ведь жид. Как ты по городу ходишь? Еще раз прошу, довякнешь, я тебя похороню. Да. Усё понял? А? Понимаешь, сосед это святой. Ага. Гады. Потом выпустили, слава богу. Футбол играть. Прикинь. На, ключи от твоей комнаты. Бабка наша со Степой померла. Так что пришлось мне Степку к себе совсем забрать. На работу его устроил, чтобы в Германии не угнали. Футбол лучше играть. Хотя он и так в детском Динамо тренировался. Ой, зарос ты, Мишка. Нос еще. Такие носы, какие уже не носят. Вот такая житья у нас. Ты рубай, рубай. Дещане, полицай. Шевцов, нападающий Локомотива. Теперь главный в Киеве по спорту. И что ты с этим будешь делать, да? А она? Замуж вышла за бургомистра. Каждый устраивается, как может. Ладно. Ты-то шо, что с тобой было? После того, как вас медсанбат вывезли, мы в окружение попали. Я спрятался. Подробно на хуторе зимой в батраках отсидел. Потом сбежал в другое село. Приютили. Хорошие люди везде есть. Так и быстро кончается. Да, имею в виду, в Киеве теперь комендантский час. Я Степке со мной говорю, только он не слушается. Опять дома не ночевал. Нам работу надо. Его нет, заразы. Да, самое главное. Мама твоя велела тебе передать. Побег я, опаздываю. Опоздание на 2 минуты. Извиняюсь, пан директор. За это и пристали не могли расстрелять. Для чего, говорите, тут и Шевцов расстроится, плакать будет. Задолбал твой Шевцов. А что такое? То, когда тренировочный процесс наладишь, то, когда спортсменам условия создашь. Вы же настоящий энтузиаст. Сами говорили, что ни одного матча «Динамо» не пропускали. А вторых мы до сих пор бережете. Это ты к чему клонишь? Я к тому, что, если честно, мне было больше по душе для вас команду собирать, чем для него. Для родного таки завода, опять же. Да. А почему, собственно? С немцами договориться можно? Мы же все-таки Volksdeutsch. А то? Да и положение обязывает. И потом, что это за чемпионат, если команда только одна? Пускай у Шевцова будет рух, а у нас там, то есть у вас, конечно же, гол или там старт. Ну, а команду сильно подберешь? Да не вопрос, Яганович. Сегодня игрока нашел молодого, ценного. Поляк, католик. Документы все сгорели при пожаре. Из метрики один окурок остался. Про документы потом поговорим. Его нужно посмотреть, что он умеет. Да не вопрос, как вы скажете. Ну, ладно. Иди команде. Бегом! Ага. Ты что, сдурел? 2 минуты опасно. За это перестали могли расстрелять. А что сам? Да. Ты поговори мне еще, давай. Паша! Микола! Здорово. Да сыкать твою нелегкую. Пошел! Здравствуйте. Это на тренинг. Давай, 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 направо. Давай, давай, давай. Работаем, пацаны.
Не филоним! Ну? Давай еще. Пас! Ну давай, посильнее удачи. Ой, ну мне на подачу. Я открылся. Товарищи, поздравляю всех с 1 мая. Перекур, пацаны. Нет больше товарищей. Нет, а мы кто? Андрюх, ты что, давно в господа заделался? Месить твою нелегкую. Сегодня ленинградская «Динамо» в условиях блокады. Выиграла у команды гарнизон 7-3. А их там похуже нашего кормят. Вот так они праздник отметили. Ну и пора играть, боевой дух поддерживать. Так и да, чтобы фрицы боялись. И там наши с нашими играют, а мы что, немцев развлекать сбираемся? Мы Степой в лагере по мячику пинали. Из бинтов своих кровавых, потому что мы «Динамо». Всегда и везде. Дальше работаем. Вот, надо распространить. Ну, дай сюда. Выброси это немедленно. Лучше сожги. Степа, не шути с этим. Степа! Ты хочешь, чтобы не только нас, еще человек 100 за них расстреляли? Степа! Братух, ты не обижайся. Если тебе есть что сказать, давай скажи, мы послушаем. А вот эти листочки — это приговор. У кого их найдут, то сообщник, то и покойник. Степа! А если он пару этих финтов попросит показать? Я же не умею. А жрать умеешь? Да, тут я мастер спорта. Да и потом мы же не играем пока. А тренировки поиграешь. А работа тебе нужна. Короче, ты клиент. Да не трясись ты. Ты же мясо, я думаю, хороший. А. Играет как бог. В полузащите вообще равных нет. Поляк, значит. Поляк, католик. Пан Свирский, так? Так, то есть правда. Во. А синагога у пана... тоже католическая? Да, Раневич. Думал, все у нас с тобой по-честному. Что команду соберешь из футболистов, а не из католиков. Так я в «Динамо» в запасе сидел. Наш потом всех вместе и призвали. Видишь ты, как все «Динамо» в Красную армию подалось. Прям в первых рядах поперлись. А, спортсмены, твою мать, а. Ну да, вот и пан поляк. Ладно, Гемахт, идите тренируйтесь. Дзенькую, Барза. И польский выучи. Спасибо. Благодарствую, Петр Иванович. Ты где ее взял? Дома, мама хранила. Так получается, мы тебя до сих пор храним. Так что ты живи, Мишка, живи. Поляка мы себя сделали. Осталось у нас футбол получить играть. Что ты за это скажешь? Да я так и не против. Давай. Тут все надо делать с головой. Это вопрос политический. Допустим, выиграет твоя команда у немцев. Обрадуются они. У меня и так с немецкой администрацией отношения не самые теплые. Но если что, мы можем проиграть. Проиграть тоже плохо. Национальная команда. Первый матч. Нет, первый матч Рух должен выиграть. У Бордика на хлебозаводе есть команда. Старт называется. А они как, хорошо играют? Да так себе. Да команда там, три инвалида. Правда, там есть бывшие динамовцы. Ну, флангов нет, да и защита, проходной двор. Запоминай, Шевцов. Первый матч Рух должен выиграть. Что это такое? Что здесь написано? Смерть фашистским палачам. Так-так. Смерть фашистским палачам. Понимаю. Скажите, Бринкман, кого они имеют в виду? Итальянцев? Они же фашисты. А мы национал-социалисты. Значит, для них великий фюрер и клоун Муссолини одно и то же. Речь идет о нас с вами. Но уровень опасности минимальный, подполье малочисленно. Ничего, кроме этой бумаги, у них нет. И что конкретно вы намерены делать? Палачи. Почему палачи? Скорее уж... уборщики мусора.
Для начала расстреляем 300 унтерменшей, не евреев. А что, евреи еще остались? Статистика, Герр Эберхард. Остаток всегда есть. Мы передали этот вопрос в ведение местной полиции. Да, правильно. Пусть они расстреливают. Пусть они стреляют. Да. Смерть фашистским палачам. Соня, ты спишь? Соня, Соня, ну какая же ты Соня? Ты чего? Мне холодно. Сейчас. Сейчас, погоди. Сейчас согреешься. Вот так. Сейчас. Надо попить. Послушай меня. Я сейчас ненадолго уйду, вернусь к врачу. Потерпи, моя хорошая, ладно? Вот, умничка, молодец. Сопляк. Ты знаешь, это не каждому дано быть героем. Я, например, не смогу. Потому что герой — это тот, из-за которого гибнут другие. Я же не знал, что так. Да в том-то и дело. Я понимаю, что это поступок геройские листовки разбрасывать. Так а что ж делать-то? Я не говорю, что это неправильно, просто я так не смогу. Потому что из-за них 30 человек в бабьем яру. Простых людей. Заметь, не героев, обычных людей. Война идет, и жертвы все равно неизбежны. Остальные же должны понимать, что борьба продолжается. Да садись с трибуны, Степа! Другими способами нужно надежду давать. На поле покажу. Я умоляю тебя, помоги, Юля. А если ее найдут? Вы не бойтесь, Анна Сергеевна, я в подушку кашу, никто не услышит. Я вот только не пойму, за кого играть будем. За хлебокомбинат? За хлебокомбинат? За фрицев? Или за фрицев? Лично я... Лично я буду играть за Динамо. Ну, правильно. Война скончилась? Война окончилась. И фриц поремих? Фриц победил. Ну, что ну ж, ладно. Поремих, что поремих? Ж, победил, так победил. Будем жить под фрицем. Молодца, Микола. Вы играйте, если можете. Я теж буду. Я... Тоже на поле выйду, если надо, но играть не буду. Я советский спортсмен. И в этом балагане не участвую. Не буду. Ну все, пора. Пойдем попинаем. Все-таки я на тебя надеюсь, Микола. А то поздно, пойдем. В сегодняшнем матче встречается команда «Руш» от спортивного комитета мэрии капитан Георгий Шевцов. Их противник – команда «Старт», представляющая хлебозавод номер один. Команды появляются на поле. Мы ждем начала игры первого удара по мячу. Встречу.
все обер-лейтенант Эрвин. Обер-лейтенант Эрвин, успокойте для Шицлихта. И капитаны Шевцов... Капитаны Шевцов и Раневич приветствуют судью и друг друга. Начало игры определяется при помощи одной рейхсмарки. Наш? Мяч у команды старт. Значит, слухай сюда, католик. Отворот не ходи, по мячу не бей, все равно не попадешь. Цель в кость. Будешь делать защиту без мяча. Все понял? Главное, чтобы тебя поскорее с пули удалили. Тогда никто даже не догадается, что ты футбол играть умеешь. А мы десятером и сделаем. У нас Микола себе есть. Он один двоих стоит. Снова начинается игра на прекрасной траве и при идеальной футбольной погоде. Спрашивает меня, за кого я буду болеть. Перекладаю йому, що я бургомістр Києва, вболіватиму за національну команду руху. Er sagt, als Bürgermeister von Kiew fellow. Он как бургомистр Києва будет болеть за национальную команду руху. У вас прекрасный берлинский акцент. Спасибо. Я хочу тебя kennenzulernen, Herr Bürgermeister. В спортивном интересе werde ich auf Seiten der Gegner sein. Он говорит, что рад познакомиться с бургомистром, но чисто из спортивного интереса будет болеть за команду соперника. Капитан команды Рух Шевцов стремительно обходит защитника команды «Старт». Остался последний защитник. Вот-вот, и он выйдет один на один с вратарем. Интересно, каково же будет решение судьи? Справедливо. Команда «Старт» остается в меньшинстве до конца игры. Нет, он поляк. Обер-лейтенант Эрвин назначает штрафной. «Старт» выстраивается в стенку. Будут ли они разыгрывать? Шевцов разбегается, бьет. Раневич ловит мяч. Раневич отдает мяч защитнику. Шевцов нападает. Бьет по мячу. Гол. Возможно ли это? Непонятно, что делала команда «Старт». Вы, слабаки! Овации и возмущение на трибунах. Тем не менее, гол. 0-1 в пользу команды «Рух». Передача на правый фланг, удар Седых и гол. Трибуны ликуют. Счет сравнялся. Ой, молодец! Эй, уснул что ли? Вот теперь поиграем. На табло 1-1. Что вы наиграли?
Что я спрашиваю? Кто так вас научил играть, я спрашиваю? Кто? Может, ты мне объяснишь, что это было? Флангов у них нет, защита дырявая. Смотри, чтобы в тебе самом дырок не добавилось. Пан начальник отдела спорта. Но ведь это первая игра. Все наладится. В лагерь тебе дорога наладится на место этого Раневича. Спасибо за игру, Никола. А ты что, сомневался? Ну, маленько, да. Николай, с победой! Поздравляем! Коля! Что, автограф? Да за Ренбо. Молодцы, это по-нашему. Здравствуй. Ты как? Лучше всех. Да. Поздравляю с победой. Я тебя тоже. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Это уже не важно. Пані Ганно, де ж ви є? Пані Анна, де ж ви? Пан бургомістр вас уже в машині чекає. Бургомістру матч не понравился. Ясное дело. А вот немцам очень понравился. Да. И венграм с румынами. Все хотят с нами сыграть. Ну все, теперь буду о матчах договариваться. В очередь, сукины дети! Ну, а ты, капитан, чего не весил, голову повесил? Порвали ведь всех! Тренеры бы нам профессиональные, Ганч. Ну так ищи, я все устрою. Ну, а, вот. Празднуйте. А Иганович, он все-таки жматяра. Что тут пить? Анна, я думал, что мы с тобой имеем четкий и ясный брачный контракт. Вы сами привезли меня на матч. Да хватит тебе уже. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. И сама подвергаешь риску не только меня, но и его. Вам не о чем беспокоиться. Война скоро кончится. Украина превратится в лучшую провинцию Рейха. А ты знаешь, что в Париже сейчас люди ходят по выставкам, ресторанам, по модным салонам. И это еще продолжается война. Мы с тобой туда поедем, очень скоро поедем, после победы. Свадебное путешествие. Про Париж знаю. А еще знаю, что нас людей расстреливают. Расстреливают сотнями ни за что. Знаю, что в Германию гоняют, как скотину. Знаю. Да, это война. Это суровое испытание для нашей державы. А что вы называете нашей державой? И хватит тебе уже называть меня на «вы». Вот наш флаг. Отлично. Поправь его. Я благодарю. Вообще, не. Коля, поздравляю. Я вас поздравляю. Благодарю. Здорово, Палыч. Здоровее видали. Что, осуждаешь? Осуждаешь. Чего мне тебя судить? Я работаю. Нас тренировать надо. Я не справляюсь. Фрицев развлекается. Зажигалочка почем? Радевич, сам живой! А ты видал, как вчера наши «Динамо» с полицаями, а? 7-2 разделали, а? Молодцы! Завтра 8 на нашем поле. Все в порядке. Выздоравливает. Температуры нет.
хорошо, твою мать! Ловцы! Вы фрицы! Зрак, как там, расчисти! А, Бринкман, вы уже здесь. Что-нибудь предприняли по поводу беспокойства в городе, связанных с прошлой игрой? Мне уже звонили из Берлина. Верховное командование интересуется, что у нас здесь происходит. Я им пообещал матч-реванш. При всем моем уважении, вы должны поменять свое решение. Что я должен? Это будет означать, что мы признаем свое поражение. Мы слишком много позволили этим нелюдям. Бринкман, ваше задание — организовать нашу победу. Что? Но все должно быть честно, по всем спортивным правилам. Никто, слышите меня? Никто не должен сомневаться в нашей победе. Да, но тогда нам придется усилить нашу команду профессиональными игроками из лиги. Так делайте, Бринкман. Усиливайте, решайте проблему. Это ваша работа. Вы лично будете отвечать за это передо мной. И не только за спорт. Вы можете на меня положиться. Гестапо решало и не такие проблемы. Мне кажется, или они действительно уже заканчивают работу? Да, я счел возможным устроить ему укороченный рабочий день накануне матча. Да-да, это справедливо. Я не сомневался, что вы так это и расцените. Передайте мне личные дела ваших футболистов. Итак, Раневич и вратарь, и капитан. Это поможет нам решить проблему. Знаете ли вы кого-нибудь из его окружения? Естественно, кроме его брата. В этом деле ничего не написано. Seine Eltern früh gestorben sind. И у него родители рано умерли. Но, может быть, у него есть невеста? Eine Geliebte. Или любовница? С вашего позволения, господин Штандартенфюрер, есть такая особа. Я, es gibt diese Frau. Это жена господина бургомистра. Es ist die Frau von Herrn Bürgermeister. Herr Schäfter, aus Ihren Unterlagen geht hervor, dass die Frau des Bürgermeisters... Получается, что супруга бургомистра... Ihre ehemalige Gattin ist. Ваша бывшая жена. Jetzt lebt sie. А сейчас она? Was für ein Leben sie führen? Что за жизнь у вас была до нашего приезда? Sie sind frei. Вы свободны. Aber Sie, Herr Bürgermeister. А вы, господин бургомистр? Sie bleiben. Останьтесь. Ihre Frau ist... Ваша жена? Еще в городе? Я лично прослежу, чтобы она была в вашем полном распоряжении. Вы свободны. Здесь Бринкман. Усилить охрану дома бургомистра. Еще 10 автоматчиков. Супругу не выпускать, чтобы была в любой момент у меня под рукой. Второе. Это во вратаря ко мне. По-тихому. Стой. Удостоверение личности. Раневич. Увести. Тихо, руку!
Собака. Быстрее, быстрее. Повели. Вы доставили много хлопот нашим ребятам. Не люблю, когда мне зарплаты хватает, я не работаю. Somit dürfte es überhaupt kein Problem sein. Мне кажется, для вас не составить труда достойно проиграть. Вы должны пропустить, сколько скажем. Если не смогу пропустить, что тогда? У меня это же не произвольно получается. Альтернатива простая. Никто из ваших участников команды не остается в живых до конца войны. А конец рядом. Не за горами. Мы сейчас возьмем Сталинград и победим. Они не умрут, как герои. Мы будем убивать одного за другим, и смерть их не будет иметь ничего общего с этим футбольным матчем. Да я и не собираюсь быть героем. Ich brauche diese Lorbeeren nicht. Und dann gibt es noch etwas. Еще одно. Анна Сергеевна. Ваша любимая женщина, Анна Сергеевна, она у нас, и я знаю, что она для вас много значит. И теперь только от вас, зависит, будет она жить или умрет. И zu guter Letzt empfehle ich Ihnen die Nacht. Heute bei uns im Keller zu verbringen. Настоятельно прошу вас хорошенько подумать, проведя вечер в нашем подвале. Wir fahren Sie morgen ins Stadion. Мы завтра везем вас на стадион. И до этого у вас будет время все обдумать. Die richtige Entscheidung zu treffen. И принять правильное решение. У нас уютно. Gut. Gut. Wegfilm. Павел Иванович, почему меня не выпускают? Это ваше распоряжение, ревность ваша. Нет, это не мое распоряжение. Но уедешь ты прямо сейчас. Что значит уеду? Куда? Спрячусь в белой сверке в старом доме моей тетки, там никто не живет. Вот. Вот я здесь все нарисовал. Что случилось? Тобой шантажируют. Раневича. Ну да, это все из-за завтрашнего матча. А я не смогу тебя защитить. Я не могу сейчас уехать. Послушай, я думаю, он сам во всем разберется. А тебе нужно подумать о своей маленькой жидовочке. Что? Вот. Два Усвайса. Из города я вывезти не смогу, только за оцепление, а дальше сама. До завтра никто не будет искать. Откуда вы знаете про Соню? Муж про жену должен все знать. А как же ты? Ну, знаешь, не получилось под немцами Вильной Украины. А с женой я не подряжался воевать. Тебя куда отвезти? Ты знаешь. Ну, пошли. Оля! Да ты что? Спрячься! Нет времени. Коля у вас? Да не было его. Андрей, ты не знаешь, где он? Добрый вечер, фрау Анна. Чаю? Спасибо, но я спешу. Как-нибудь в другой раз. Данка. Спасибо. Мне еще нужно вывезти Софочку из города. Тихо.
У бургомистра растут рога? Шалава. Хрен тебе, не Коля. Ах ты, сопляк малахольный. Ты что ж ты думаешь? Вас из лагеря выпустили, чтоб вы футбол, что ли, ваш дурацкий играли? Да, на свою жизнь, на вашу жизнь не разменяла! А ты думал, кому ваши бабы достанутся? Женщины всегда достаются победителю! Победителю все! А она еще сестру этого вашего полгода прячет, а вы, мужики, что ж вы делаете-то? Мячик, что ли, пинаете, а? Посмотрим еще, кто победитель. Опаздывает звезда наша, как всегда. Юнгс, время быть на поле. Или вы отказываете от матча, тогда вам будет защитное поражение. Не дождетесь. Бегом. Собрались. Значит так, если что, в ворота встанешь. А вы в запасе, пошли. Так было в прошлый раз. И вот сегодня состоится матч-реванш. Впрочем, реванш слишком воинственное слово. Коль, ты шо? Все хорошо. Ты где был? В гостях у гестапо. Сказали, если выиграем, расстреляют. Чего? Коля из гестапо. Если выиграем, расстреляют. Команда «Флаги», в отличие от предыдущей встречи, усилена сегодня профессиональными игроками рейс-лиги. Матч обещает быть напряженным, и мы надеемся увидеть интересную и красивую игру. Представляем команду «Флагель», капитан Макс Рем, и команду «Старт» Киевского хлебозавода номер один. Die gegnerische Fabrik heißt «Старт» von der östlichen Großfabrik. Für unser geliebtes deutsches Vaterland! Es lebe hoch! 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 Команде «Флагель» «Дискульт» «Привет!» Вот. Команды обмениваются дружескими приветствиями, после чего обер-лейтенант Дервин решит и определит, кто из команд начинает атаку первым. Коп, oder Zahl? Коп. Für beide Mannschaften. Wir fiebern einem schönen Spiel entgegen. Это тебя там приложили? Я тоже вчера по роже схлопотал от сестры за Анну. Это она нас, оказывается, из лагеря вытащила. Свою жизнь на наше убаразе разменяла. Бюргермейстер, warum haben Sie denn Ihre Frau nicht mitgebracht? Почему же вы не привели с собой свою жену? У нее много домашних дел. Футбол не бабское дело. Es ist keine Weibersache, Fußball zu gucken. Напоминаем, что предыдущая встреча окончилась победой команды «Старт» Киевского хлебозавода на грани. Итак, матч начался. Неудачный розыгрыш мяча футболистов из «Старта», и мяч перехватила команда «Флаги». Максим прорывается в ворота команды «Старт», делает прострельную передачу, но партнеры его не поддержали. Давай, 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 мяч давай вот туда, молодец! Опять неточность, и мяч снова у команды «Флагель». Они атакуют. Нападающий команды «Флагель» Макс прорывается в ворота «Старта». Забрали! Удар! Раневич парирует. Давай, «Динамо»! Но нападающий выпускает мяч из руки. Мяч оказывается в воротах «Старта». Гол! Обер-лейтенант Эрвин фиксирует взятие ворот. 0-1 в пользу «Флагель». Итак, счет открыт. На табло 0-1 в пользу «Флагеля». Атака. Лагерь атакует. Передача на правый фланг.
Фриц Мюллер. Коль, ну ты ж мог взять этот мяч. Сдаем игру, капитан. 0-2 в матче «Старт» и «Флаги». А сегодня мы видим... Здравствуйте. Что, не получается сегодня? Добрыдин. Здорово, Сюжет. Я Добрыдин, фамилия это моя. Андрюша! Лучше бы вашему сегодня не выигрывать. Пас Карпенко. Спинлайн. Бахтов. Опасный момент. Карпенко. Бьет по мячу. Мяч летит выше ворот. Старт пытается перехватить инициативу в игре, но пока не выходит. Пас слева фланга. Наброс головой на штрафную. Выше ворот. Аневич рукой вводит мяч в игру. Чем опять Карпенко. Вот по левому флангу. Пас в центр. Потеря мяча. Нет. Нет, старт владеет мячом. Передача. Неожиданный удар по воротам в флаге. Набросит нападающий старт к полу. Разрыв счета сокращается. Однако времени до конца первого тайма осталось немного. Сможет ли старт сравнять счет? На табло 1-2 в пользу команды «Флаги». Теперь с центра придется разыгрывать команде «Лагерь». Похоже, старту удалось перехватить инициативу. Счет 1-2. Сможет ли старт сравнять счет в этом матче? Снова идет напряженная игра в центре поля. Много неточностей в передачах. Наконец, мяч переходит к нападающему команды «Флагер». Он приближается к штрафной. Старта. Удар. Гол. Мяч в сетке ворот. 1-3. Да, после старта есть над чем задуматься. Явное преимущество команды «Флагер». И по игре, и по счету. Трибуны скандируют «Флагель, Флагель», поддерживая немецкую команду. И вот оберлейтенант Эрвин дает свисток на перерыв. Команда покидает поле, и мы, уважаемые зрители, ненадолго прервемся и будем ждать второго тайма. 1-3 в пользу немецкой команды. Игра практически сделана. Чего ты плачешь, Сивка? Теперь все будет хорошо. Вытри сопли! За всех решать не могу. Но я лично голосую за победу. Убьют ведь. Это минус. Но мы это переживем. Валя, ты знаешь, есть такие вещи, за которые стоит умереть. Я буду орать. И пускай наши на трибунах смотрят и видят, что их можно бить. Вот этих вот, которые высшая раса суперчеловеки. И пускай все знают, что ничего еще не кончилось. И победа будет за нами. За это и голосую. Ну вот и я до фронта добрался. Коля, а всех расстреляют из запасных? Я согласен.
Единогласно. Ну что, Динамо, пойдем попинаем? Порвем их нахрен! Ну, пацаны! Если нет, то только скажи. Мы их зубами рвать будем. Все хорошо, Андрюха. Мы их зубами будем рвать. Я в себя приду. Мужики, все, давай, Степка. Оборону держим. Сюда никого не подпускать. Вперед! Коля, не выдай! Спахуха, дорогой! Не ссы! Ну давай, бей! Принцип!
где мы пацанами гоняли футбол. Где на бульварах каштаны весной расцветают. Город, в котором мне камешек каждый знаком. Нас на футбол, как на бул, провожает. Жизнь не игра, не вернется она. И летит в небеса наша песня. И не найти на Млечном пути поле, где мы будем вместе. Флаг, пока волос судьи взвился, как знамя. Наши футболки в крови, но победа за нами. А над Днепром в облаках дожди грозовые. Землю не тронут пока, пока мы живые. Флаг, пока волос судьи взвился, как знамя. Наши футболки в крови, но победа за нами. А над Днепром в облаках дожди грозовые.